Теперь нам нужно выяснить, какое место во всей этой системе в восточных представлениях о спасении занимает Христос и занимает его жертва. Но прежде чем мы заговорим, собственно, о самой жертве Христа, о том, каков был смысл крестной смерти, буквально несколько слов нужно сказать о православной христологии. Православная христология, в общем-то, принципиально не отличается от христологии других христианских конфессий. Она основана на воплощении Сына Божьего, на то, что Сын Божий принимает человеческую природу. В православной литературе употребляется термин ⁇ воипостезирует человеческую природу, принимает человеческую природу в свою ипостась ⁇ И таким образом, выпостазировав человеческую природу, Он Бог, Он человек. И та и другая природа существует неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, и из этого следует просто интересный ну, для нас, может быть, для, как бы для протестантов, но достаточно банальный, теперь уже для православных вывод: что Марию действительно можно назвать Богородицей. Почему ее можно назвать Богородицей? По той причине, что тот, кого она родила, является богом в древности был очень острый спор в связи с несторианской ересью можно ли ее называть Богородицей или Человекородицей или Христородицей или еще что то и попытки отказаться от термина Богородица, объявить термин Богородица неправильным почти автоматически приводили к выводу о некой разделенности во Христе. Как будто бы существует два Христа. Один, который, вот, собственно, бога-человек, и человек, другой, который рождается, или что-то в этом роде. Поэтому и нестерианский вариант этой Ереси, и другие варианты этой Ереси были отвергнуты. И исторический термин ⁇ Богородица ⁇ это термин, в общем-то, не столько Марию описывающий, сколько описывающий убежденность в Древней Церкви, что тот, кого родила Мария, действительно является Богом. Просто потом, исходя из особого звучания этого слова, исходя из какой-то концепции родства, развивалось и особое отношение к Марии. И не все в отношении к Марии может быть нравится протестантам, отсюда и распространенное среди протестантов недовольство термином Богородица, попытки придумать какой-то другой термин вместо этого, что-то оспаривать. Но в конце концов, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, стоит вспомнить, почему сам термин возник и что он изначально значит. Ну и, может быть, если какой-то не тот спор идет, вернуться к этому изначальному термину. Действительно, в одном лице Христос является и Богом, и человеком. Он уничижил себя самого но при этом остался и Богом, и человеком, с двумя волями, еще, если говорить о древних спорах, с двумя энергиями и так далее. И вот, приняв человеческую природу, что дальше он сделал, зачем он принял человеческую природу, это очень важный момент, он принял человеческую природу для того, чтобы ее обожить. Помните, в православии спасение – это прежде всего обожение. Причем обожение – это то, что охватывает вообще все в этом мире, все может охватить в этом мире. И вот в самого себя Христос принимает человеческую природу, обычную человеческую природу, испорченную человеческую природу, принадлежащую другим людям, такую же, как у других людей, человеческую природу, для того, чтобы в самом себе эту природу обожить. Помните, мы с вами пару раз отмечали а, забавный момент, что когда был острый конфликт в Восточной и Западной церкви а в XI веке, когда вот формально, то, что формально считается а, датой раскола, или помните, когда мы читали Нестралитописа, и, и там а, греческий философ, обсуждая а, папскую церковь, говорит, что вот они на присновоках служат, да, вот это вот... А, особый акцент на пресный хлеб и на квасной хлеб, который используется на Востоке. С чем все это связано? Хлеб, он связан, он указывает, ну, если можно так выразиться, потом о Евхаристии поговорим побольше. Но, тем не менее, пока скажем так, хлеб связан с телом Иисуса Христа. Хлеб связан таким образом и с человеческой природой Иисуса Христа. Закваска традиционно в Библии символизирует испорченность. Ну, по крайней мере, один из распространенных символов, связанных с закваской, это испорченность. Так вот, почему квасной хлеб? Почему не пресный хлеб? Почему хлеб, где есть закваска, и вместе с закваской есть какая-то идея испорченности? Потому что Христос, воплощаясь, принимает испорченную человеческую природу для того, чтобы ее обожить. Западное богословие обычно, хотя не всегда не все западные богословы на этом настаивают, тут на западе есть разные споры, но чаще западное богословие говорит о том, что у Христа была совершенная человеческая природа, чтобы он был совершенной жертвой. Это ну, наиболее распространенная линия рассуждений, но восточному богословию не нужна совершенная жертва. Спасение не связано с жертвой, спасение не связано с искуплением грехов. Спасение связано с другими реальностями, прежде всего, реальностью обожения. Так вот, нужно взять эту испорченную природу и с этой испорченной природой что-то сделать. И именно это происходит в воплощении Иисуса Христа. «Берется природа и обожживается». На Востоке есть даже специальный термин автортодокетизм, как описание ереси, что у Христа была неиспорченная природа. И вот Запад в ересе автортодокетизма обвинялся, периодически обвиняется, и все это символизируется вот этим вот спором о хлебе, используемым в Ехаристии. Так что первый и важнейший шаг – касающиеся человеческого спасения, это воплощение, принятие природы для ее обожения. И из-за этого, из-за акцента на обожении, из-за важности вот этого вот процесса, если вы посмотрите древних отцов церкви, восточных отцов церкви, что они пишут о Христе, вы обнаружите ну, некую непропорциональность. Они о воплощении пишут, как правило, гораздо больше, чем о крестной смерти. А Запад наоборот. Запад все время говорит о крестной смерти, Запад все время говорит о жертве. И если уж воплощение обсуждается на Западе, то он воплотился, чтобы он мог умереть. На Востоке воплощение чрезвычайно ценно. На Востоке оно важно. Почему? Потому что вот что не воспринято, то не исцелено. И вот это вот, что именно воспринято было, как воспринято было, вот это вот постоянно обсуждается восточными отцами церкви. Так что для спасения воплощение Христа чрезвычайно важно. Ну, конечно, крест тоже важен. И мы обсудим потом, чуть позже, как и что произошло на кресте. А потом обсудим, как же обоженность природы человеческой во Христе может принести какую-то пользу другим людям. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.